Встречайте, ведущий новостей, владелец телеканала 1+1 и владелец телеканала ТРК «Украина». Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Здрасте! Привет! Добрый вечер! Привет! Как дела? Нормально, спасибо. А? Я говорю, нормально, спасибо. Хорошо. Добрый вечер. В эфире новости. В эфире новости из первых уст. И в студии сегодня с вами... Ша! Что сейчас началось? Что? Мы в прямом эфире. Ну? Что за студии с вами? Мы же говорили, все завуалировано. Все, я понял, Валерич, я понял. Ты что вообще? Что? Что сейчас было? Что, все дураки, никто не понял, кто такой Валерич? Я же не говорю с нами тут в студии Донбасыч, Шахтерыч. Так, хватит. Ну, хватит. Что, не заводись. Ну, читай хорошо. Новости. Давай. Ладно. В эфире новость. Первая новость. Вчера Международный валютный фонд выделил Украине очередной транш. А, вот оно в чем дело. А я думаю, что мне никто давно из них не звонит. Есть бабки, знаешь. А, ну понятно. Ну. Вообще никто не звонит? Никто. И она не звонила? Кто такая она? Ну, вона. А, вона? Вона. Не, вона не звонила. И что, ты ей денег не дал? Кому, воне? Да. Не, воне ничего не дал. Не. И сколько ты ей не дал? Я не дал воне 6. Ни хрена себе. А ты? Просто я ей не дал 8. То есть итого она не взяла 14. Ну да. Удобно. Слышь, а она пойдет вообще? Слушай, ты же ее знаешь. Она даже если не сможет ходить, все равно пойдет. Она даже когда не могла ходить, все равно пошла. Ну хорошо, продолжим. Кстати, это, Ложкин твой? Тихо. Что такое? Ты ж сам попросил без фамилии, без имен. Да я завуалировал так Вилкула. А при чем тут Лу... Ну, я уведу Вилку. Так что, он твой? Не, Вилкул не мой. А Ляшко твой? Ляшко мой. А что ты так прямо в эфире ничего не скрываешь? Он не скрывает, почему я должен скрывать? А, ну логично, хорошо. Да. Новости, читай. Продолжаем новости. Да. Завтра курс доллара будет 28 и пусть будет 5. Что такое? У меня хорошее настроение. Чего у тебя вдруг хорошее настроение? Чего нет? Может мне кто-то анекдот рассказал? Кто тебе анекдот рассказал? Юморист твой? Что за юморист, а? Юморист твой, который всех уже за... смешил. А слуга народа? Да. Ну? Ты не боишься, что он такой честный придет и посадит тебя? Куда? В рассмеши комика он меня посадит.